Привет всем, друзья! Вы на канале Валекса. Итак, сегодня мне пришла посылка от канала «Саратовский кладоискатель». Сергей, спасибо! Я хоть и знаю, что там, но вскрытие буду делать все равно на камеру. Итак, берем ножницы. И делаем вскрытие. Так, конвертик нам пригодится, потому что, ох, как запаковал ты, Сережа. Да мне же тут теперь полвечера разбираться с этим делом. Ах, как ручонки-то трясутся, как торопятся, блин. Ну прям ты даешь, ну прям крутяк. Текс. И даже закрепил. Ну вообще. Это что-то супер. Так, это то, что нам тут надо будет по нашим магическим делам. Потому что за такую посылку я должна буду Сергею чем-то благодарностью какой-то ответить. Да? Блин, тяжеленький. Для тех, кто не знает, что это, ничего не скажу. А просто буду открывать. Раз. Два. Три. Вот такой вот потрясный ключ. Он такой тяжелый, такой древний. Знаете, для чего у меня этот ключ? Этот ключ я Сереге заказывала для того, чтобы вот так, когда я вам буду делать раскладики, ни у кого такого ключа нету. Это круто. Это реально круто, ребят. Я его буду вот так вот ложить. Ну и, соответственно, вот делать расклады, гадать. Смотрите. Он довольно-таки большой. У меня есть маленький, но это с Алиэкспресса, да? Вот. А этот настоящий, древний, имеющий свою историю, имеющий свою энергетику. Вот я приготовила специальный маятник. Сейчас мы проверим его энергетику на наличие работать со мной, либо мне придется его потом немножко заговаривать для того, чтобы либо он сразу начнет работать, сейчас мы спросим у маятника, да, либо мне все-таки придется его с ним поработать, его, может быть, ну, хотя я тут вижу, тут, конечно, Сергей поработал и магически, и не магически сделал очищение. Итак, у этого ключика положительная энергетика, скажи мне, маятник, у этого ключика положительная энергетика? У этого ключика положительная энергетика. И маятник сразу, Серега, смотри, раскручивается по часовой стрелке. Ответ однозначно да. Так, теперь мы зададим следующий вопрос. Ай, меня аж прямо дух захватывает. Этот ключик будет помогать мне раскрывать тайны? Этот ключик будет помогать мне раскрывать тайны при помощи карт. Видите, и сразу же закружился опять в положительном ответе. Какой еще ему вопрос задать? Хорошо, еще вот такой вот вопрос магический. Мы подружимся с этим ключиком. Мы подружимся с этим ключиком. Ну все, у нас любовь, морковь, Серега. Друзья, ссылку на канал «Саратовский кладоискатель» я оставлю и в описании, я оставлю и в первом прикрепленном комментарии. Обязательно заходите, обязательно подписывайтесь, обязательно смотрите его видео. Человек просто целый комок
положительных эмоций, у него постоянно какие-то находки, у него постоянно какие-то приключения, у него всегда хорошее настроение. Вы от него можете просто заряжаться позитивом и положительной энергией. Вот я поэтому, Сережа, с такой благодарностью принимаю этот ключ, потому что я знаю, что здесь отрицательной энергетики просто в априори быть не может. Друзья, подписывайтесь на моего друга из Саратова, саратовский кладоискатель, смотрите его видео, ставьте лайки, поддержите его. Он уже многого достиг и многого еще достигнет. Также у него есть на Фейсбуке, ну а страница, ну и группа, да. Но об этом он вам расскажет сам. Сереж, я тебе очень благодарна. Я очень довольна посылкой. Но теперь ожидай. Время как раз растущая луна, поэтому завтра мужской день, четверг, да. Поэтому уже буквально завтра я приступлю к работе и сделаю тебе тот талисман. По крайней мере, постараюсь. И честно тебе говорю, никогда этого еще не делала. Постараюсь сделать тот талисман, который поможет тебе максимально быстро и максимально просто проложить дорогу к твоим кладам, к твоим серьезным крутым находкам, для того, чтобы ты мог снимать новые крутые видео, радовать нас, для того, чтобы просто получал удовольствие от своего хобби. Все, друзья, всем пока, до новых встреч. Подписываемся на меня и на саратовского кладоискателя. Пока-пока.